Здорово, это Шамшурин, и здесь, в этом видео, ты увидишь пример выполнения одного из заданий моего нового тренинга «15 шагов». В частности, для чего оно нужно? Это задание, в котором ты должен себя хвалить, в котором ты подходишь к девушке и говоришь ей, почему ты классный. Сейчас не буду объяснять суть, как все делается, ключевое. Почему я когда-то это задание придумал, почему мы его отработали, и почему мы столкнулись с тем, что да, его действительно многим делать даже, мягко говоря, непросто, потому что есть какой-то страх, что кто я такой вообще, это же девушка, это же богиня, а я вот просто никто, да. И для мужчин, для многих это идет со скрипом. Причем самое интересное, что это может быть достаточно успешный мужчина, там, с кучей всяких там достижений в спорте, в жизни, в бизнесе, в деньгах, в чем угодно, интеллектуал. Но при этом, когда ему нужно пойти и девушке это рассказать, он прям вот испытывает некий дискомфорт. Поначалу, опять же, если нет нашей помощи. Когда есть наша помощь, потом все начинает идти как по маслу. Конечно же, в обычном общении с девушкой ты не будешь подходить и хвалиться ей, вот я такой, я сякой и так далее. Но для того, чтобы девушка поняла, что ты достойный, классный мужик, и когда тебе нравится девушка, чтобы ты к ней подошел и смог донести до нее, что ты должна пойти со мной, потому что я классный. Тебе нужно научиться плавно встраивать в свое общение какую-то информацию о себе, где ты говоришь о том, что ты достойный мужик. Это не потому, что все вот опять вокруг девушек и так далее и тому подобное. Нет, это потому что, еще раз, если тебе нужен какой-то результат с женщинами, то тебе придется все-таки себя грамотно преподносить. И это упражнение является таким одним из первых шагов для поднятия себя в позицию сверху в общении с женщинами. Оно, как и другие упражнения, как я уже сказал, есть в моей новой онлайн-программе «15 шагов», о которой ты можешь узнать здесь. И, кстати, уже 25 числа стартует продажа, будет всего 4 дня для того, чтобы ты мог купить этот тренинг по суперцене и с легкостью общаться с девушками уже буквально через несколько дней. А сейчас я предлагаю тебе посмотреть пример выполнения этого упражнения, и ты увидишь, что во время него даже можно взять номер телефона. Даже во время выполнения упражнения, хотя, конечно же, еще раз, все эти упражнения для того, чтобы один раз через них пройти, а дальше уже просто общаться на автомате. Просто ты смысл каждого упражнения впитаешь в себя и будешь уже транслировать его там в обычном знакомстве. А, все, я в проводке таком старом. Привет. А ты не в наушниках? Я сейчас расскажу тебе, почему я классный. Ну, пару минут. Она ничего не играет. А, не играет, хорошо. Смотри, я расскажу тебе, почему я классный. Я работал 15 лет и строил подводные лодки. И в 35 лет я решил полностью поменять свою жизнь и уволился с этой работы. Опять же, в 35 лет я переехал в другой город, перепробовал очень много работ и полностью сменил сферу деятельности. Еще я служил в президентском полку и стоял на вечном огне на могиле неизвестного солдата. Потом я занимаюсь спортом, регулярно поддерживаю себя в хорошей форме и постоянно стараюсь развиваться и ищу что-то новое. Еще я неделю назад пошел учиться на психолога. Ты мне решила рассказать, почему ты классный, да. Но у меня же не было такого запроса. Вот за лето он уже рассказывает. Просто я хочу рассказать тебе, почему я классный. Да, и самое главное, я классно трахаюсь. Давай мы, может быть, вечером с тобой попробуем увидеться где-то, да. Где-то пообщаемся, чайку попьем. 8? 9, 6, 7. Ага. 7-7. Хорошего тебе дня, хорошего тебе тимбилдинга. Спасибо. Будь осторожна там. Тоже хорошего дня. Спасибо. Пока. До встречи. Итак, как видишь, здесь даже при выполнении этого упражнения, как я уже сказал, можно взять номер телефона. А я же напоминаю тебе, что с 25 по 28 будет открыто окно продаж. Уже совсем скоро у тебя будет возможность приобрести мой новый супертренинг, который называется «15 шагов», где я лично и мои коллеги показываю тебе на своем примере, как выполняются все упражнения тренинга, мотивирую тебя, вдохновляю, чтобы через несколько дней, используя эти упражнения, выполняя их в собственном ритме, в том ритме, в котором тебе удобно, по полчаса в день буквально, ты получил тот результат с женщинами, который ты хочешь. Легкость, комфорт и понимание, как и что правильно делать. Увидимся там, ссылка внизу.